9, дубль 1. Привет, друзья! В студии Никита Загда, это тележурнал «Вид сверху», выпуск номер 39. Баскетбол объединяет и в ближайшие полчаса. Битва за Кубок Белова в разгаре, ЦСКА против Уникса. Интервью с легендой. Поговорили со Станиславом Ереминым. Какой город круче, Москва или Казань? Искали ответ вместе с прохожими. История противостояния Уникса и ЦСКА. Отправляемся в путешествие во времени прямо сейчас. ЦСКА и Уникс в этом сезоне в регулярном чемпионате играли дважды друг против друга, и оба раза армейцы были сильнее. Но болельщики со стажем отлично помнят. Последний раз ЦСКА проигрывал матч финальной серии именно в Казани в 2016-м. Ту серию ЦСКА начинал дома. В УСКА армейцы не оставили сопернику шансов и, поведя 2-0, отправились в Казань добивать Уникс. Но в гостях все пошло совсем не по плану Димитриса Итудиса. В самом начале третьего матча травму получил Кори Хиггинс. Именно он отвечал за индивидуальную защиту против Кита Лэнгфорда, одного из лучших снайперов в истории Единой Лиги ВТБ. Получив свободу, лидер атаки Уникса отвел души на кольце ЦСКА. В итоге в тот вечер он набрал 29 очков. И хотя армейцам удалось сдержать его в концовке, звезде помогли другие игроки Уникса. Команда Евгения Пашутина затянула серию. Казанцы были близки к сенсации в четвертой встрече. После поражения в предыдущем матче ЦСКА разозлился. Преимущество красно-синих достигало 21 очка, но Уникс не сдавался. Литовский снайпер Артурас Милакнис едва не похоронил соперника в одиночку. У него полетело из-за дуги 7 трехочковых, 23 очка. Но тогда этого оказалось недостаточно. Армейцы выстояли и стали чемпионами. Интересно, что за 5 лет Уникс полностью обновился. Хоакин Колом, Кит Лэнгфорд, Артем Параховский, Антон Панкрашов, Латевиус Вильямс и Милакнис – все разъехались кто куда. Но казанские болельщики до сих пор помнят тот финал. Тогда команда была близка к титулу, как никогда. Все же помнят Кита Лэнгфорда. Он играл в подмосковных Химках, но настоящей звездой Единой Лиги ВТБ стал именно в Униксе. 3 сезона в Казани и тот самый финал против ЦСКА. Сейчас ему 37, и он продолжает свою профессиональную карьеру в Греции. Мы вспомнили его телефон и позвонили легенде Уникса. Мы не случайно вспомнили твой номер телефона, потому что ЦСКА и Уникс играют в финале. 5 лет такого не было, и мы скучаем по тебе. 5 лет назад ты бросал вызов ЦСКА вместе с Униксом. Тот выход в финал был большим достижением. Наша команда провела отличный сезон, и многие ребята этому поспособствовали. Для меня это была отличная возможность доказать, что я могу быть лидером и вывести команду в финал. Это было очень хорошее время для всего клуба. Мы играли в Евролиге и привлекали внимание. Это один из самых ярких этапов моей карьеры. 5 лет Уникс не выходил в финал, потому что у них не было своего Лэнгфорда. Я думаю, на то есть несколько причин. В любом случае, очень сложно начать что-то заново, даже если у тебя есть действительно хорошие игроки. Меняется состав, меняются тренеры. Но, как видите, клуб сделал правильный выбор. И новый тренер принимал верные решения по составу. Так что они смогли вернуться. Я уверен, что Евгений Богачев и вся его большая семья проделали отличную работу. Я очень рад за них. После Уникса ты играл в Китае, Израиле, Греции. После России ничего не страшно? Конечно, нет. После России везде легко. Но я всегда говорю, что годы, проведенные в Казани, были лучшими в моей карьере. Обычно все в шоке от того, что я говорю так. Но для меня эти 5 лет, что я провел в России, на площадке и за ее пределами, стали, наверное, самой важной частью карьеры. Тебя пригласили в зал славы Единой Лиги ВТБ в 2019-м. И ты ушел из лиги, но лига от тебя никуда не делась. Когда узнал о том, что тебя включают в зал славы? Сотрудники лиги написали мне в Твиттере, кажется. Как только я получил сообщение, постарался сделать все, что от меня зависело, чтобы уладить семейные дела и прибыть на церемонию. Но по условиям контракта с тогдашним клубом я не смог этого сделать. Единая лига ВТБ занимает особенное место в моем сердце. И даже в этом сезоне, когда я со своей командой играл в Минске, вспоминал время, проведенное в лиге и в этой части света. Это было отлично. А то, что меня включили в зал славы, одно из моих величайших достижений. А
с кем из тех ребят Казанского Уникса ты до сих пор поддерживаешь отношения? У вас была хорошая банда? Да, банда была что надо. Мы нерегулярно общаемся, но иногда выходим друг с другом на связь. Переписываюсь с Коломом, Антоном Панкрашовым, Латевисом Уильямсом. С Артемом Пороховским пару раз пересекался, болтали с ним. Постоянно ни с кем не общаюсь, но если вижусь с кем-то или натыкаюсь в соцсетях, обязательно уделяю время и вспоминаю наши деньки в Униксе. Есть что вспомнить, но я напомню тебе, как тот самый момент, когда ты взял мяч в руки и в одиночку практически обыграл ЦСКА. Пусть только в одном матче, но это было в финале. Сколько очков ты тогда забил, помнишь? Знаете, есть у меня одна особенность. У меня отличная память на цифры. В том матче я набрал 29 очков. 29 очков, 8 подборов, 4 передачи и победа на ЦСКА. Круто, что ты помнишь. Ты все свои достижения помнишь? Невероятно. Да, я помню их потому, что ради них мне пришлось много работать. Ни одно из них не далось мне просто так. Когда ты так пашешь, то просто не можешь забыть, чего тебе стоили твои достижения. Так что да, вы вряд ли найдете много фактов о моей карьере, о которых я не вспомню. Ты многим показал, что такое быть лидером, набирать больше всех очков, был примером. Но отдельно ты был примером для своих партнеров и показывал, что такое быть настоящим профессионалом. За это отдельное спасибо. Вам спасибо большое. Я с любовью вспоминаю время, проведенное в России. Своих партнеров по команде, тренеров, с которыми мне довелось поработать. Именно в России прошло мое становление как игрока. Я слежу за Единой Лигой ВТБ. И даже если в будущем я не сыграю у вас, то точно приеду в отпуск. Да я, наверное, буду первым американцем, который отправится на отдых в Россию. Я благодарен всем и каждому, с кем пересекался. Российским фанатам отдельный привет. Мы будем ждать тебя в отпуск в Россию, но билет ты покупаешь сам. Окей. Спасибо большое. Спасибо, Кит. Кто сильнее, ЦСКА или Уникс? Нам нужна независимая экспертиза и лучший кандидат Станислав Еремин. Он успешно работал и в Москве, и в Казани. Легенда армейского клуба. Но именно Уникс он 5 раз приводил к медалям чемпионат России. Станислав Георгиевич, добро пожаловать к нам в студию. Главное событие всего сезона – финальная серия ЦСКА Уникс. ЦСКА уже не фаворит, и все из каждого утюга кричат: ЦСКА не фаворит. Четвертое место. Самая сложная зима за последние, наверное, 18 лет. А Уникс, наоборот, в своем стиле. Тихо, спокойно, в финале. Но при этом 5 лет в финале не был. Казань изменилась за это время. За кем интереснее смотреть в этом финале будет? Ну, во-первых, когда говорят, что ЦСКА не фаворит, это люди, которые, я сомневаюсь, что они по-настоящему разбираются в баскетболе. В каком бы состоянии не был ЦСКА, как бы он ни проводил матчи до этого, ЦСКА исторически и по духу, и по организации, и по всему, этот клуб, который бьется только за первое место. Поэтому я думаю, что ЦСКА в любом случае фаворит этой встречи, это первое. Второе, я, конечно, первое, что сделал, позвонил Евгению Борисовичу, президенту Богачева Уникса, и поздравил, потому что я считаю, что сезон успешный, то, что так долго не могли сделать этот шаг до финала, а тем более, что когда появился шанс, что выступать в Евролиге, я считаю, что для Уникса это большой успех. С одной стороны, вы ковали этот чемпионский дух ЦСКА, а потом уже, руководя Униксом, пытались пошатнуть то, что сами создали. Давайте так, вы сейчас затронули один из болезненных моментов. Я всегда говорю, не надо мне не приписывать, не надо ничего у меня отнимать. Когда мы сейчас говорим о тренерской карьере и сказать, что вы ковали там этот сегодняшний дух ЦСКА, наверное, это больше относится ко многим поколениям, которые до и после, и в том числе я. А вот то, что когда ЦСКА в конце 80-х годов полностью распался, и его практически не осталось, и то, что благодаря, наверное, тем людям, которые принадлежали по-настоящему к армейскому спорту, к ЦСКА, такие как Иван Одешко, как Женя Коваленко, как тоже Юрков, Борчо, я, мы тогда делали очень много для того, чтобы этот ЦСКА не потерял вот это имя, этот бренд. И мне кажется, что это удалось. Что касается вопроса про Уникс, ну, я профессиональный тренер. 26 лет я провел в ЦСКА как игрок и как тренер. Конечно, по духу я
армеец на всю жизнь остался, потому что это самый родной, самый большой клуб. Но профессионально работая в другом клубе, естественно, любой тренер, любой игрок хочет доказать, что сильнее, лучше. Вы уже сказали, что ЦСКА фаворит, но ваши симпатии? Мои симпатии и на стороне Уникса, и на стороне ЦСКА. Я думаю, что я порадуюсь, если победят одни, и не буду расстроен, если победят другие. ЦСКА провел худшую зиму за последние 10-15 лет. Много поражений, конфликты внутри раздевалки, которые стали достоянием общественности. Что-то подобное в вашей карьере было, когда нужно было гасить конфликты с одной стороны, а с другой перестраивать игру команды 2-3 раза по ходу сезона? Ну, я думаю, у каждого тренера такие ситуации были. Были успешные годы, успешные команды, были сложные команды. Самых великих тренеров и игроки пытались избить, и оскорбить, и вплоть до того, что разрыв был такой или я, или он. Вот. Это очень сложная ситуация. У меня есть свой философский подход. Или ты настолько силен в этой жизни и на этом месте, что ты просто всех посылаешь подальше и проводишь жестко свою линию. Прекрасный пример Абрадович. Пойди поперек, скажи слово, он разнесет всех и доказывает делом. Правильно? Или, если тебе не хватает сережки, значит, надо учитывать складки местности. Значит, нужно где-то, может, поджать свои амбиции. Нужно где-то, может быть, сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Блат. Типичный пример. Мы знаем, как его некоторые игроки там жестко по нему критиковали. Он говорит, нет, отлично, все, у меня с ним хорошие отношения. Все выстраивал и, в конце концов, эту ситуацию нормализовал. Поэтому, повторюсь, что тяжело, не хотел бы я находиться на месте Итудиса, потому что такая прессуха. Молодец, он боец в этом плане. Ну и руководство молодцы, все-таки они поддержали его. Я считаю, что ход был правильный. Где у вас больше давления было, учитывая фанатов, учитывая историю, учитывая прессу, учитывая руководство? Работая в ЦСКА или работая в Казани? Мне повезло и там, и в Москве, и в Казани. В Москве было давление только от одного человека, от Александра Яковлевича Гомельского, который никому не давал спокойно жить, в том числе и мне. И независимо, что успешно, неуспешно, он мог придраться, почему ты одел белый пиджак, почему ты купил Волгу, почему ты это, а что ты пришел? Давай играй, начинай играть прессингом 1-3-1 вот во второй половине. Я говорю, Александр, если мы не готовы, ты поставь и все, давай пусть играют там. У него были свои претензии, и в конце концов, это человек, который не давал просто, ну... Держал в тонусе. Держал в тонусе, да. Что касается Уникса... Конечно, Евгений Борисович не такой простой. Все понимают, что быть таким руководителем, возглавлять, с учетом того, что все-таки он человек не баскетбольный был, конечно, ему хотелось более активно вмешиваться в эту жизнь. У нас были ситуации, которые он воспринимал как конфликт. Я никогда не конфликтовал. Один раз он на меня обиделся, месяц не разговаривал. Я говорю, Евгений Борисович, а в чем дело? А вот ты меня послал. Я говорю, Евгений Борисович, даже бы, если бы я хотел послать, я бы никогда это не сделал с уважением, потому что я уважаю, я воспитан по-другому, что вы и старший, и почетный, и вы руководитель, все. У нас были такие ситуации, но всегда я чувствовал доверие, ну вот так же, как у Александра Яковлевича, у настоящих таких бойцов, лидеров есть такая черта, чтобы не дать заснуть, все время так вот немножко дергать. Спасибо большое. Финальная серия Единой Лиги ВТБ в разгаре. ЦСКА и Уникс выясняют, кто заберет Кубок Белова. А у нас в студии стильная ведущая Иван Лазарев, Никита Загдай. И мы расскажем вам все подробности этого противостояния. Первый матч лучше, чем второй? По энергии, по задору мне понравился, наверное, больше первый. Ну, я его комментировал, опять же. Поэтому. Сколько раз ты кричал в микрофон «Иван Ухов»? Много, много. Ваня вообще молодец. Мы с тобой в последнее время часто обсуждаем его. То, что он все время находится в нужном месте, в нужное время, постоянно совершает какие-то хорошие действия, даже за небольшое время. А сейчас он получает больше времени и результативность растет. Все логично. Я начал всем рассказывать, что он рекорд карьеры установил. И мне сразу из Перми начали писать. Нет, он у нас забивал в регулярном чемпионате. Но в плей-офф это совсем другое. 17 очков – это не рекорд всей лиги. Но это личный рекорд. И он прибавляет в уверенности, в защите.
и получать броски. Команда ему начинает доверять. Да, и команда, и тренер, я думаю. Через какие-то свои небольшие отрезки он доказал, что может хорошо и результативно играть. И сейчас он просто получает больше времени. Степ-бай-степ, шаг за шагом. Но при этом Джон Браун делает еще больше. Он оказывается на каждой стороне площадки и включает какой-то режим матрицы. Не понимаешь, откуда он взялся, откуда он этот мяч выцарапал. Я еще на самом деле узнал, что Браун поздно начал заниматься достаточно баскетболом. Что-то после 20 лет. И, не знаю, его энергия, он просто как батарейка, знаешь, бесконечная. Мне кажется, что Джон Браун лучший игрок этой финальной серии без мяча. Полностью с тобой согласен. Я уважаю твое мнение, но давай дадим слово настоящим экспертам. Невозможно сказать, что там от армейцев впечатления очень хорошие, хоть они и победили, а от Уникса очень плохие, потому что матч прошел неравномерно. Уникс в начале четвертой четверти вынудил армейцев сделать 5 потерь подряд. Это был провал. Вот. Но с другой стороны, понятно, что с такой игрой снайперов, вот, и Смита, и Кеннона, единственный, кто попадал, это Акара Уайт. Вот. Что касается ЦСКА, то настрой, очень волновался за настрой армейцев после двух поражений в финале четырех. Однако настрой был боевой, они план игры, особенно во второй четверти, выполнили от и до, если я правильно угадал планы Тудиса. Вот. А потом в третьей четверти получилось так, что им дали развернуться. И, честно говоря, там не только попадания Лундберга запомнились, проходы Хэкета, отличная оттяжка второго большого, который должен был бы подстраховывать за счет Фойтмана. Вот. Очень много в позиционном нападении получилось. Вот за исключением этого момента, все-таки там, по-моему, 16 потерь за игру для ЦСКА. Это многовато. Комплименты защите Уникса и не комплименты практически всем, кто выводил мяч против прессинга. Первый признак класса – стабильность. Уж если вы играете в защите, понятно, что ЦСКА растаскивает оборону. Понятно, что чистая подстраховка со слабой стороны ЦСКА против этого своим построением практически свело на нет эффективность такой подстраховки. Но ведь кроме плана А должен существовать план Б, а еще лучше и план С. Второй момент. Не пошли Кеннон и Смит, не попали. Причем я тут опять истину, которую не я придумал, напомню. Нападение команды играет так, как позволяет защита соперника. Вот, мечтать о том, чтобы выиграть у ЦСКА, даже на своем поле не приходится. С Владимиром Александровичем спорить очень сложно. И действительно, а с чем здесь спорить? Уникс не сдавался до конца и имел шанс на возвращение. То есть ЦСКА контролирует матч, но мы видели в этом сезоне, даже любая команда любую разницу получает, и это не гарантия победы. Они очень хорошо играли в защите, очень агрессивно, энергия игроков, и там даже, не учитывая то, что ты звезда, не звезда, все очень отдавались, но у них большие проблемы были при переходе из защиты в нападение. Они несколько раз мяч просто потеряли, несколько таких поспешных бросков совершили. Нужно было догонять, нужно было дать какой-то импульс, но вот именно переход от защиты к нападению, буквально 4 или 5 атак подряд они отбились и ничего не забили. При этом матч в Казани, практически полный зал. Мы соскучились по такой аудитории именно в Казани. Я думаю, сейчас скажешь, мы соскучились по Ичпачмакам. И поэтому из Москвы, я знаю, тоже много болельщиков поехали поддержать армейцев, но все равно казанская аудитория была заметна, и для Казани это серьезное событие. Уникс снова в финале. Ну, это хорошая вывеска. Ну, хорошо. Первый матч ЦСКА забирает. Переходим ко второму. Что изменилось? Как-то ЦСКА уже не дали слабину совсем. Подожди. Они бросали трехочковые лучше, чем штрафные. Самый высокий игрок ЦСКА бросил 5 раз трехочковые, 4 забил, невероятно. Но при этом ни разу не бросил двухочковые. Он не шел под кольцо, он бросал издали. Он бросал после ведения, с разворотом, с поворотом, после ведения, после передачи, после заслонов.
Никита, ну ты же знаешь, 3 больше, чем 2. Забиваешь больше 3, меньше штрафных, выигрываешь. 2 по 20 домой. Иванухов на послематчевом интервью после второй игры сказал, что да, ну, табло плюс 20, но это не повод думать, что игра была легкая, и то, что вот счет на табло не отражает такой, знаешь, тяжести этой игры, как ты считаешь? Со мной можно не соглашаться сейчас, и вряд ли со мной согласятся сами баскетболисты, но мне кажется, Уникс больше сил отдал в борьбу и забыл про баскетбол. Потому что баскетбол — это все равно мяч должен оказываться в кольце. И вот здесь немножко перекос получился. Борьбы было очень много. Если не смотреть на этот матч на табло, вау. Если мы возьмем нарезку хайлайтов и посмотрим, это просто супер матч. А сам по игре и по счету тоже не отражает эту ситуацию. Борьбу навязали, выиграть не получилось. Ну вот, иногда нужно внутрь кольца почаще забивать. Серия переезжает в Москву. Что мы посоветуем казанскому Униксу? Нужно сбалансировать. Попадать. Потому что с таким процентом попаданий невозможно обыгрывать ЦСКА. Но у нас здесь серьезная аналитика. Мы не можем, как неразбирающиеся люди в спорте, кричать просто «давай треху забивай». Баскетболисты Уникса смотрят нас, я знаю. Ребят, берете мяч, попадайте. Это же очень просто. Ну что ты не понимаешь? Если он идет в проход, то играет прохода. А если бросает, то от броска. Все просто. А в защите поуже, в нападении пошире. То есть почему мы с тобой это знаем, а вот у Дмитрия Сопривцеса пока не получается? Ну, приедет в Москву, может быть, ты ему как-то своим каналом шепнешь. Ну и время нашей любимой рубрики. Там, где ты всегда проигрываешь. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь, и я с тобой спорю. У тебя 24 секунды. Готов? Да, я люблю выигрывать. А Уникс любит выигрывать? Первый вопрос. Вытащит хоть один матч в серии? Да, и сейчас я объясню почему. Секундомер, поехали. Раунд 1. Нельзя все мазать. 2 матча, очень плохой процент Уникса. Плохо на подборе. Определенно, что в следующем матче у них должно пойти. От процента не уйдешь. Они очень хорошо, очень агрессивно играют в защите. Я надеюсь, что у них получится наладить этот переход из защиты в нападение. И знаешь, когда ты уже находишься в шаге от критического момента, тебе нужно какие-то экстра силы подключить, и я думаю, что Униксу можно рассчитывать на это. А что ты скажешь по этому поводу? Ну, конечно, не соглашусь с тобой. ЦСКА сейчас как большой хищник, который почувствовал запах крови. Добыча, вот она. Руку протянуть и забрать ее. Первые матчи показали, что там, где армейцы могут дрогнуть, они выстояли, не дрогнули. Взаимозаменяемость, со скамейки есть помощь. Насколько команда друг друга поддерживает, с каким настроем. Это был очень сложный сезон, который затягивать никто не захочет. И ЦСКА на своем паркете заберет эту серию 3-0. Первый матч это была разминка, а теперь серия в Москве, и на своем паркете проигрывать нельзя. Класс. Главная новость недели. Да здесь все просто. Сергей Карасев возвращается в Санкт-Петербург. Да, он выпускник разных школ. Он в Перми, в Москве, в Стамбуле и даже в Берлине учился баскетболу как школьник, но родился в Санкт-Петербурге. Свой лучший баскетбол показывал в Санкт-Петербурге. Он был лучшим снайпером «Зенита». И сейчас осталось только время доказать это. Он из «Химок» возвращается обратно в «Зенит», значит, все, с «Зенитом» будет все в порядке. Возвращение домой? Да. Допустим. Но я считаю, что главная новость этой недели, что Зоран Лукич остается в Нижнем Новгороде. Легендарный тренер. Этот город для него стал родным. Он отлично говорит по-русски. Его любят болельщики. Он просто руководит командой, которая является кузней талантов. Посмотри, сколько игроков вышло из этой команды. Хвостов, Саймон, Ивлев. Дэн Захаров. Очень много. Я не могу сейчас всех перечислить, но для Нижнего Новгорода это огромный плюс. Это очевидно, и в этом даже новости нет. Давай серьезные дела обсуждать. Никита Курбанов с бородой или без? С бородой. Ну, во-первых, борода – это стиль. Во-вторых, она делает тебя брутальней, сексуальней, мужественней. Посмотри на Курбанова. С бородой совсем другой человек. Мне хватило 10 секунд, чтобы объяснить тебе. Если бы ему было хорошо с бородой, а он все-таки женатый человек, он бы с ней остался. А раз он сбрил, значит, без бороды лучше. Мы запомнили Курбанова, увидели, как он растет, как он становится капитаном. И если раньше, может быть, ему борода нужна была для авторитета, то сейчас он делает, как ему комфортно по-настоящему. Это уверенный в себе игрок. Он чаще всех выходит в стартовой пятерке, ему борода не нужна. Знаешь, как говорят про бороду? Если любишь, отпусти. А вы, дорогие друзья, если не согласны с нами, то пишите в комменты. Поддерживайте меня. Ваня, спасибо. We'll be right back.
Есть в России три столицы – Москва, Питер и, конечно же, Казань. ЦСКА и Уникс в финале, а мы отправляемся на улицу и спрашиваем прохожих, где круче – в Москве или в Казани? Кто может победить трехглавого дракона? Я не знаю, сложно. Сложно, но я думаю, одну игру зацепим, вот, честно говоря. Что-то мы сами себе проиграли первую игру, мне кажется. Казань или Москва? Москва. Тогда почему? Москва в Казани всегда Москва. И была и будет первой. Неважно, где, в Казани или нет. Какой здесь может быть вопрос? Вот. Какой? Сердце. Уникс в сердце. Москва, Казань – это два моих любимых города. Как-то их объединяет то, что тут и там Кремль, и вот этот город кольцевой. Люди здесь добрые, что в Москве, что в Казани. Сам я водитель, сюда всегда, и туда на машине езжу. То есть мне вождение здесь очень нравится, именно уровень. Моргнул, тебя пропустили, поэтому мне тяжело выбрать. Казань. А потому что у меня жена из Казани, я сам из Мурманска, поэтому Казань. Это наш родной город, поэтому выбираем Казань. Пробок нет, наверное. Ну я казанский парень, значит, я за Казань. Как я могу сказать за Москву? Меня же не поймут в нашем городе. Казань. Однозначно Казань. В третьем поколении болельщик ЦСКА, поэтому тут-то уж Москва однозначно. В Казани по каждому виду спорта один клуб, а в Москве их, ну, дофига. Поэтому у нас любовь идет именно к одному клубу. Казань. Потому что мы Казань. Казань, конечно. Я же из Казани. Казань, конечно. Да, Казань. Почему? Ну, потому что родной город, болеем за родной город. Да. Команда хорошая в этом году, мне нравится. И Прифтис как работает. Два финала. Тут самый парадокс в том, что мы, даже проиграв финал, все равно у нас сезон будет успешный, несмотря на два проигрывания. ЦСКА, даже выиграв финал, сезон для них неудачный. Вот это парадокс. Ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на канал Единой Лиги ВТБ, чтобы не пропускать свежие выпуски тележурнала «Вид сверху». И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля.